Доброе утро! О, нет, я запуталась в собственных волосах. Снова. Упс! Ой! Ну и вид. Привет. Привет, русалочка. Выглядишь великолепно. Это тебе. Как мило. А я? Его покорили ее длинные волосы. Мне срочно нужно отрастить волосы, как у русалки. Добро пожаловать. Что же выбрать? Для длинных волос или для коротких? Скорее для коротких. Но я так хочу иметь длинные волосы. Это будет так прекрасно. Решено. Я забираю все. Это средство для длинных волос. Не уверена, что вам это подойдет. Я лучше знаю. Ладно. Она не испугалась? Как скажешь, сестричка. Ты тоже вампир. Спасибо за покупку. Приходи еще. И тебе спасибо. Держи. Начну со средства для роста волос. Нанесу побольше. Ничего не происходит. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы мои волосы начали расти. О, да, получилось. Спасибо, вы лучшие. Они уже здесь. Неужели пора вставать? О, нет, мои волосы. Они совсем растрепались. Катастрофа. Мне нужна зубная щетка и лак для волос. Лака побольше, и можно уложить волосы. Идеально. Какие замечательные локоны. Мне нравятся. Спасибо. Что? Ему нравятся короткие волосы? Это несправедливо. Но я знаю один лайфхак. Перевязываю волосы лентой и поднимаю. Фиксирую ленту вокруг головы. О, нет! Как он мог так с ней поступить? Сейчас ты лишишься своих длинных волос. Не успела. Теперь не увернешься. О, нет! Какой трагический конец. Ну почему любовь так жестока? Ой, что это я? Ненавижу драмы. Как грубо. И здесь листья. Вот теперь порядок. Эй, поаккуратнее. Упс, у меня есть просьба. Я заплачу. Договорились. Не волнуйся, сделаю в лучшем виде. Кого-то ждет сюрприз. Коварство, мое второе имя. Привет. Это она? Да, давай. А вот и я. Давно ждешь? Поняла. Окей. Включаю ветродув. Вау, ты выглядишь потрясающе. Спасибо. Что? Все пошло не по плану. Скорее, подуй на меня. Ха-ха, ну и уродство. Пойдем скорее. Упс, я ее случайно сдула. Ну все. Пришло время для волосатой мести. Помогите, это чупакабра. Кто-нибудь помогите. Что случилось? Вон там, в раковине. Это отвратительно, мне плохо. Я с этим разберусь. Что-то крупное. О, Марк, ты такой сильный. Что? Это мой краш. Что же там? О, моя русалочка, это ты. Хорошо, что я тебя нашел. Укуси тебя, кальмар. Спасибо за чудесное свидание. Тебе спасибо, так не хочется уходить. Эти голубки опять воркуют. Селфи на память. Как же мне надоела эта русалка. Это снова вампир? О нет, эти жуткие волосы. Какую прическу можно сделать с этими колечками? Начну с косичек. И по всей длине вплету колечки. Я тоже могу сделать себе красивую прическу. Посмотрим, что у меня имеется. О да, резинка с Фредди.
Моя прическа будет в тренде. Как тебе мой изящный Фредди хвостик? Подумаешь. Я приглашу Марка на свидание. Я испорчу ей Фредди и всю прическу. Покажу его настоящее лицо. Это он. О, Марк, привет. Заходи. Приветик. О, мой бог. Это кровожадный Фредди. Я уже пойду. И побыстрей. Марк, постой. Ты куда? И что на него нашло? Я ужасно голоден. Пирог уже готов. Самый аппетитный кусочек для тебя. Наконец-то. Я готов слона проглотить. Ой, что это? Фу, гадость. Скорее, салфетку. Опс. О, нет, и здесь волосы. С меня хватит. Постой, Марк, не уходи. Твои длинные волосы опять тебя подвели. А вот и сладкая парочка. Их была целая толпа. Сюрприз. О, нет, волосы застряли. Они нападали, но я не растерялся. Как интересно. А где русалка? Неважно, продолжай. О, нет, на помощь. Какой ты забавный. Время освежить прическу. Пара взмахов расческой и готово. Мне нужно собираться на свидание. Блеск для губ есть. Осталось лишь расчесать волосы. Не выходит. Ну вот, расческа сломалась. Попробую эту. Снова неудача. Это уж точно справится. Тут придется сильно потрудиться. Вот так, еще немного. Почти расчесала. Да, наконец-то. Ого, а вот это бицепс. А я всего лишь причесалась. Такие блестящие волосы. Я пока их расчесывала, даже мышцы накачала. Ого, я вдруг вспомнил, мне срочно нужно идти. Постой, я все испортила. Пора принять душ и хорошенько вымыть волосы. Одной капельки шампуня вполне достаточно. Для целого облака пены. Время вымыть голову. И шампуня мне понадобится много. Одной бутылки не хватило. Нужно больше шампуня. Еще больше. И еще больше. Весь шампунь извела, а пены всего капля. Привет, Марк. Привет, какой приятный сюрприз. А я просто смотрел кино. Он мой. Я не мечтаю, у тебя нет шансов. Что происходит? Марк, как дела? На помощь. Отстань от него. Марк, не обращай на эту русалку внимания. Фу, сколько перхоти. Как неловко. Вот как надо. Что это было? О нет, какой позор. Отстаньте от меня обе. Мой ноутбук. Какой неженка. Какие великолепные волосы. Я в восторге. У меня есть масса отличных идей. Например, вот это. Шикарный вариант. А потом добавим цвета. Что скажешь? Чудесная идея. За дело. Для начала осветляем пряди. Немного подождем. Время вышло. Вау, потрясающе! А теперь добавим яркости. Сперва приготовлю раствор для окрашивания. Окунаем прядь. Вау, отлично! Это восхитительно! Это еще не все. Украсим волосами твой хвост. Не уверена, что мне нравится. Привыкнешь. Вот счет за услуги. Сколько, сколько? Ничего себе. Хорошие стилисты сегодня на вес золота. Да уж. Вот деньги. Благодарю. Сегодня удачный день. Привет. Я хочу стильную и оригинальную укладку. Могу предложить следующие варианты. Что? Только два? Ну ладно. Приступим.
Готово. Это, по-вашему, укладка? Зато недорого. А, ну это меняет дело. Ох уж эти клиентки вечно чем-то недовольны. Это сладкая парочка, Крэш и Русалочка. Ну ничего. Выпей зелье облысения, ты селедка. Прошу, ваши кофе. О, спасибо. Как вкусно. Что? Оно не лысеет. Почему зелье не действует? Так нечестно. А ну, подвинь свой хвост. Что не так с этим зельем? Может, просрочено? Что это с ней? О, нет! Она превратилась в ботаншу. Лузер! О, нет! Какое горе! Эта вечеринка только для вампиров. Вот мой билет. Можно мне один укус? Окей. Вау! Я тоже так хочу. О, спасибо. Можно мне тоже стать вампиром? Нет. Укуси меня! Полоумная фанатка. Ладно. Я стала ботаником. Святой Дракула, помоги! Эшли. И больше не кусай, кого попало. Спасибо. Куш, заразный нёрд. Ты портишь мою вампирскую ауру. Тебе тоже отказали? Вот, смотри, что у меня есть. Как стать вампиром? Посмотрим. Здесь пошаговая система. Клыки, одежда, фирменный укус, плащ. То, что нужно. Я пошла учиться. А можно мне с тобой? Я тоже хочу стать вампиром. Хорошо. Вау! Это твоя супер-вампирская комната? Круть! Комната настоящей фанатки. Здесь все пропитано вампирами. Вау. Мне нравится. Спасибо. Это мое логово вамп. Ну что, начнем перевамплощение? Для начала нужно высосать эти прыщи. О-оу. Мне не нужна подготовка. Я сразу накрашусь. Вау, работает. У вампиров нет ни одного прыщика, как и у меня. Моя кожа стала такой гладкой. Теперь нужно очистить лицо пенкой. Какая красота! У вампиров не бывает морщин. Моя кожа сияет. Да скажешь, Ким. Жуть! Что не так? Все не так, вытри этот макияж. Давай пойдем по программе из учебника. И начнем с клыков. Окей, идем к профессионалу. Вау, у этого дантиста столько VIP-клиентов, мистер Бист и даже Илон Маск. Эй, ребята, а как вы думаете, Илон Маск действительно вампир? Напишите свои догадки в комментариях. О нет, там слишком страшно. Там что, проводят пытки? Это был худший день в моей жизни. Я туда не хочу. Спокойно, я пойду первой. Нет, там будет больно. Не ходи туда, Ким. Готово. Как тебе мои новые клычки? Ты следующая, Джози, не бойся. Нет, подожди. Вот, у меня уже есть клыки. Сами выросли. И когда они успели? Все, идем отсюда. Окей. А что ты тут жуешь? И где твои клыки? Джози, ты меня обманула? Ребята, давайте поможем нашей Джози. Ставьте лайки этому видео, и у Джози будут расти клыки. Мои клыки выросли. Ты видела это?
Клыки что надо, Джози. Словно мы родились вампирами. Клыки есть? Следующий пункт – одежда. Да уж, от наших нарядов и не пахнет вампирским шиком. Посмотрим, что у меня есть. Красная или полосатая? Нет. Ты же не бабушка Дракулы. Что я вижу? Твоя копилка полна возможностей. Нет, это мне на колледж. Ну ладно. Мои новые зубы. Придется ее разбить. Эта копилка бессмертна, как вампиры. Попробуем по-другому. У этого черепа стальной лоб. Дай сюда. Ее же можно просто открыть. Точно. Ну хорошо. Летящий шопинг. Мне идет мой новый стиль. Вау! Теперь я. Прости, это все, что осталось? Что? Всего одна брошка? Не нравится? Тогда используй свои сбережения. Я тоже хочу переодеться. Вау, так намного лучше. Мне нравится мой вамп-стиль. Итак, с одеждой разобрались. Следующий пункт – укус вампира. Идем, попытаем счастье возле клуба. Я придумала хитрость. Крови-заменитель, томатный сок. Подержи капельницу. Мы надурим главную вампирессу. Отлично, готово. Постой на страже. Приветик, я подумала, что ты захочешь пить. Вот тебе свежевыжатая кровь. О, спасибо. Как это мило с твоей стороны. Она купилась. Приятного аппетита. Кровь вегетарианцев? Что ты мне подсунула? Да, укуси мою шею. Нет, я на это не поведусь. Уходи и забери свою отраву. И что ей не понравилось? Упс. Ким, хочешь фокус? А я скатерть. Зачем ты это сделала? Это все ради перевоплощения. Это же вампирский плащ. Да, точно. Джози, ты гений. Я икона вампирского стиля. Я тоже хочу, пожалуйста. Окей. Будет тебе плащ. Юху, мой собственный плащ. Теперь мы в вампирском тренде. Плащ есть. Следующий пункт в списке – линзы. Итак, Ким, тебе нечего бояться. Всего лишь инородная круглая штука залезет в твой глаз. Оп, вуаля! Мой красный взгляд готов. Можно мне тоже? Нет, для тебя у меня есть кое-что получше. Очки с красными линзами. Вау! Мир больше не будет прежним. Нравится? Можем поставить галочку на еще одном пункте из списка. Кто заказывал пиццу? О, это мне? Спасибо. Укуси меня. Я такая аппетитная. Что? Нет, опять ты. Проваливай. И забери своего маленького курьера. Как же нам добыть этот вампирский укус? У меня есть идея. Можно его просто нарисовать. Вау, смотри, у меня уже есть укус. Когда ты успела? Нашла вампира и не позвала меня? Я нашла маркер. Отличная идея. Здорово. Пункт с укусом есть. Что дальше? Прически. У вампиров всегда идеальные волосы. Не то, что мои косички. Придется сделать укладку. Прощайте, ботанские косички. У меня есть летучий стайлер. Он мигом завьет мне всю вампирскую укладку. Не подглядывать. Вау, у нас идеальные вампирские локоны. А для тебя у меня есть особый аксессуар. Моя маленькая вампиресса. Вау, я королева летучих мышей. Прически? Есть.
О, нет, мои губы на фоне клыков выглядят такими тонкими и тусклыми. Надо их немного увеличить. А? Вау, какие большие губы у тебя выросли! Можно мне тоже? Нет, для тебя у меня есть детская помадка. Ведь твои губы и так красивы. Спасибо. Отлично выглядишь, Джози. Ты тоже, Ким. Какое украшение подойдет вампиру? Конечно же, жемчуг. Это классика. Можно мне тоже? Опс. Мое ожерелье. Прости, я все собрала. Ладно, не расстраивайся. Я мигом починю это ожерелье. Нужно просто нанизать бусины на новую нитку. Добавим фурнитуру, чтобы нитка легла в несколько слоев. Чего-то не хватает. Красного акцента. Я же вампир. Добавим красные кристаллики на леске и чуть подкрасим бусины. Вау! Это ожерелье идеально подчеркивает мою вампирскую шею. Не грусти, Джози. Для тебя у меня тоже есть украшение. Спасибо. Отлично. Аксессуары готовы. Следующий пункт – маникюр. Что это? Твои ногти? У вампира не может быть таких неопрятных ногтей. Срочно сделай себе маникюр. Ладно, уговорила. Я быстро сделаю себе яркий маникюр в вампирском стиле. Просто наклею себе вампирские ногти. Как тебе мои коготки, Джози? Вампирически прекрасно. Я надену перчатки. Мои вампирские ладошки. Прекрасно. А теперь время макияжа. Вау, начнем. У тебя идеальная бледность, Джози. Думаю, мы можем вычеркнуть два последних пункта. Маникюр и мейкап. Ну что ж, мы уже стали вампирами. Осталось только взять сумочку. Вот этот череп намного больше нам подходит. Вау! Сложу туда все, что нужно. Мы готовы покорить этот вампирский мир. Вау! Вот это вампиры на стиле. Мы хотим пройти. Опять вы. Шш, отсюда! Сама шш! Ты меня не остановишь. Оу, она ее сделала. Стоять! Это ты мне? Вампирский муа. Вау, вампиресса моей мечты. Что? Колледж? А где вечеринка? Странно. Может, за этой дверью? Это был обычный день в колледже, пока кровожадный вампир не решил выпить всю жизненную энергию из нашего любимого мистера Косинуса. Ты видишь то же, что и я? Ого! Дай мне немножко своей силы и молодости, бородач. И свое место в классе. Мистер Косинус ослабел прямо на глазах. Профессор, что с вами? Ваш профессор спонтанно уполз в отпуск, ребята. Что? Кто это? И что происходит? Готовьтесь встречать нового педагога. У нее аллергия на солнечный свет. У нее свои привычки и особая канцелярия. Встречайте, ваш новый профессор, мисс Эльза. Спасибо. Я добавлю немного мрачной обстановки. Ну что, студенты, начнем наше занятие. И что же делать, Рози? Рози обожает вампиров со времен «Сумерек». Все ясно, это фанатка. Алекс? Все ясно, это болван. А Холли – охотник на вампиров из древней семьи. Дай сюда зеркальце. Пустим солнечного зайчика. Вампиры не переносят лучи солнца, но блокнот «Лазурит мисс Эльзы» защищает ее от солнца. Наивные студенты. А мисс Эльза не отражается в зеркале. Наш преподаватель – вампир. Кровожадный профессор сразу объявляет экзамен. Какая жестокость. Рози знает все про вампиров. И ничего про математику. Не повезло. Алекс надеется на судьбу. Он доверяет своей интуиции. Сейчас проверим, как работает твоя интуиция, теплокровный.
Бу! Алекс, ты такой наивный. Давай свою работу. Я проверю ее кровью. Мисс Эльза ставит оценки кровью лучших учеников Пенсильвании. Молодец, Алекс. Ты получил отлично. Но оценка недолго радует Алекса. Оказалось, он боится крови. Упс, какой впечатлительный. Олли Хельсинг намерена вступить в войну с вампиром. Вам конец, мисс Эльза. Холли! Строишь из себя Геральта? Ну-ну, удачи. Посмотрим, Холли. Сначала получи зачет по моему предмету. Записываем новую тему урока. Диета по группе крови. Рози подготовилась к уроку. Ее тетрадь так и кричит. Укуси меня, вампир. Молодец, Рози. Это идеальная тетрадь для моего предмета. Одобряю. Запишем тему на доске. Упс, у кого-то есть мел? У меня есть мел, мисс Эльза. Специальный осиновый мел для доски. Прошу к доске, Холли. Холли Хельсинг тщательно подготовилась и вышла к доске с мелом от вампиров. Тема урока – глобальные проблемы и опасности. Но главная проблема – это учитель-вампир, который боится осинового мела. Держи свой мел подальше от меня, Холли. Попытка убить меня не удалась. Садись обратно за парту. У Рози своя проблема. Она сделала ошибку в своей идеально красной тетради. Буквы перепутались от любви к вампирам. И что же делать? Можно легко исправить ошибку чем-то красным, Рози. Нет, кровь это уж слишком. Эй, Рози, смотри, вместо крови у меня есть кровавый корректор. Кровавый корректор закрашивает все ошибки на красной бумаге. Спасибо, Алекс, ты спас мою шею. Пожалуйста, Рози. Неплохая идея, студенты. На следующий день. Проснись, Холли. Ты что, провела здесь всю ночь? И что ты делала? Холли Хельсинг всю ночь создавала идеальное оружие против вампиров. А вот и мисс Эльза. О, вы все еще живы и все еще здесь? Ну ладно, проверим домашнее задание. Алекс, начнем с тебя. Вот он, идеальный момент. Холли делает выпад своим кинжалом. Реакция вампира быстрее. О, вы все не так поняли, мисс Эльза. Это всего лишь мой маркер. Ничего острого и колющего в нем нет. Он не повредит вампиру. Видите, этим кинжалом удобно вести конспект. А это еще что за чудо на крыльях ночи? Это Рози Бэтмен. Все вампиры любят летучих мышей, да? Нет. Иди домой, переоденься. Ладно, но я еще вернусь. Рози действительно вернулась. В этот раз ее образ в стиле шик-вампир. А любимая летучая мышка превратилась в поясную сумку. Вот это настоящая форма ученицы вампира. Темный фэшн. Молодец, Рози. Одобряю. Заходи в класс. Летучая мышка – верный помощник вампира. Она хранит телефон и другие нужные мелочи. Ну вот, только нового вампира здесь не хватает. Мы должны победить мисс Эльзу, а не полюбить ее. Ребята! Ну все зря. Алекс тоже принес вампирскую штучку в класс. Это мини-гардеробчик для мантии вампира. Какая прелесть! Маленький черный шкафчик, а в нем ластик-мантия. Эта мантия делает невидимыми все рисунки. Можно взглянуть, Алекс? Мне очень нравится. Это подарок для вас. Кажется, Алекс станет новым помощником вампира. Здравствуйте, класс. Что-то вас здесь слишком много. Одна из вас должна освободить место. И это будешь... ты. Парта тебе больше не нужна. Тетя, привет. Привет, дорогая. Садись на свободное место. Привет. Меган, по-моему, эта новенькая очень странная. Как неудачно. Класс, у кого есть ластик? Ловите, мисс Эльза. О, нет, тетя, берегись. О, нужна химзащита. Это и правда ластик. Какое коварство. Химзащита отменяется. Ну и шуточки. Точно, вампир. Фух. Пишем тест. У вас есть время, пока капают мои часы. Не списывать. Я все вижу. Как удобно быть вампиром. Можно находиться одновременно в разных местах. Тетя, здесь ответ Б? Верно. Не подсказывать.
Эта мисс Эльза слишком подозрительная. Где моя энциклопедия мифических существ? Ну, конечно. Мисс Эльза – вампир. Попробую сфотографировать. Ее не видно на фото, все как в книге. Меган, смотри, мисс Эльзы нет на фотографии. Она вампир. Ну, конечно, ее там нет, она вышла. Кто-то так шумит в коридоре. Невозможно сосредоточиться. Сара, детка, выйди в коридор, разберись. С удовольствием, тетя. Я быстро. Держи маленький сувенир. О, спасибо, моя девочка. Всегда хотела клык оборотня. Это что сейчас было? Какой удивительный стакан для карандашей. Это не может быть настоящий скелет. Ну нет. Ура, звонок. Проверю шкафчик мисс Эльзы. Что тут? Неужели это мистер Косинус? Ага, мисс Эльза ушла, а сумка осталась. Наверняка там есть доказательства ее вампирской сущности. Рыжуля, не делай этого. Сейчас я все узнаю. На меня напала сумка. Рыжуля, ты как? Получи по заслугам. У Сары появился поклонник. Что? Цветы? Это вообще кто? Фу, гадость. Эти цветы слишком свежие. Ну вот, другое дело. Красота. Сегодня пишем тест. Сара, я в тебя верю. Тетя, это что, новый вид заклинаний? Хуже, это алгебра. Посмотри сюда, это ответы. Я ничего не могу разобрать, тетя. Сара, ты точно гуманитарий? Меган, смотри, вампирша подсказывает своей племяннице. Хватит фантазировать, вампиров не бывает. Сдавайте тесты, сейчас проверим. Где мои очки? Ого, Меган, смотри скорее. Там кровь. Рыжуля, хватит чудить. Это просто чехол для очков. Протру очки и за работу. Ну, а что ты скажешь про очки? О, это последний тренд. У меня тоже такие. Пишите тест, я скоро вернусь. Присмотри за ними. Этот глаз меня раздражает. Сейчас я его накрою. И не нужно так глазеть. Так уже лучше. Ну и кто это сделал? Ага, значит, это была ты, Рыжуля. Оценка за тест неудовлетворительна. За что? Кто заказывал пиццу? Еще горячая. Спасибо, это для меня. Девочки, угощайтесь. Какая аппетитная. Ты будешь? Ну уж нет, фу. У меня с собой кое-что намного вкуснее. Вот это, я понимаю, полезный обед. Ой, гадость. Что она делает? Рисуем натюрморт. Ваши любимые фрукты. Где моя любимая палитра? Вот она. Сейчас я нарисую свое любимое лакомство. Человеченка. Ты подчиняешься мне. Ты в моей власти. Рыжуля, ты была права. Рыжуля. У Кэтрин первый день в новом колледже. Здесь все такое странное. Кто-нибудь? Подождите. Любезный оборотень, ты знаешь, где класс для вампиров? Спасибо. Вперед!
О, нет. Они сейчас едят преподавателя. Фух, показалось. Всем привет. Кэтрин, это эмблема нашего колледжа. Она есть у каждого студента. Минутку. Это похоже на человеческое сердцебиение. О, нет. Задержу дыхание. Оказалось. Добро пожаловать в наш класс. Спасибо. Ученики очень стараются. Этот тест не из легких. Время вышло, работы мне на стол. Зачем нести тесты, если можно использовать телекинез? Серьезно? Кэтрин, где твоя работа? Придется отнести тест самой. Кэтрин, идти было не обязательно. Как неловко. Вот бы и мне научиться телекинезу. Класс вампиров пишет тест. Ну вот, карандаш сломался. У кого-нибудь есть точилка? Вы это слышали? Она попросила точилку. Одноклассники явно шокированы. Мистер Дракулус поможет. Юные вампиры. Узрите легендарный клык Дракулы IV Беспощадного. Увидеть его – большая честь. Спасибо. Это всего лишь точилка. Карандаш и правда очень острый. И чего они уставились? Тема урока – кровеносная система человека. Кровь! В вампирах моментально просыпается голод. Все помнят, как правильно кусать. О, вы проголодались? Перерыв на обед. Вампиры наслаждаются своими вампирскими снеками. Замотаю вены скотчем покрепче. Вдруг их снеков будет недостаточно. Ай, занозу загнала. Больно. Вампиры почуяли запах крови. Нужно поскорее заклеить пластырем. Вампиров лучше не дразнить. Куда исчез мой краш? Спит. Ясно. Вот его шкафчик. Ого! Просыпайся, пора на занятие. Который час? Без 10:09. Можно еще поспать. У мистера Дракулуса есть любимая ручка. Ему нравится ставить оценки кровью. Класс, ваши тесты. О, да, двойка. Как вкусно пахнет. Что? Она слизнула оценку? Ням. Исправить оценку на отлично несложно. Ты будешь? Нет, можешь забирать. Ужасное зрелище. Знакомьтесь, самые известные вампиры в истории. Эйнштейн. Вау! Линкольн. Шутник был еще тот. Я так и знала. А это Тесла. Мой дядя по материнской линии. И правда, сходство очевидное. Неужели все они были вампирами? Кажется, мистер Дракулус заметил шпаргалку во время теста. Меня не обманешь, Сара. За списывание двойка. И забудь про подсказки. У Кэтрин тоже есть шпаргалка. Что она там прячет? Она написала шпаргалку на зеркале. Ее мистер Дракулус точно не увидит. У Кэтрин новый чокер. Но остальные студенты явно не в восторге от этого украшения. Конечно, ведь оно из чеснока. Фу, какой ужасный запах. Она ненормальная. Вампиры не в состоянии вынести этот аромат. Держимся от нее подальше. Таким чокером в классе вампиров популярности не жди. Время пошло. Начинаем. Преподаватель внимательно следит, чтобы никто не списывал. Вопросы такие сложные.
Время вышло, сдавайте работы. Даже яблоко в классе вампиров превращается в вампира. Присмотри здесь за порядком. Учитель ушел. Попробую дописать пару ответов. Спасибо за помощь. Продолжаем занятие. Этот вампир ужасно симпатичный. Вот бы узнать, что он пишет в своем блокноте. Перемена. Это мой шанс. Посмотрю одним глазком. Очуяв свободу, блокнот вампир улетел. Кэтрин вышла и оставила свой телефон. Ты посмотри на эти фотографии. Ха-ха! В брекетах и очках. Вот умора. Она идет. Что это с ними? О, нет. Они нашли мои старые фотки. Что случилось? Кейт, чего грустишь? Они смеются над этим. Ничего смешного. Сейчас я кое-что тебе покажу. Вот мои детские фотографии. Я тоже носила очки и брекеты. И здесь нечем стыдиться. Не обращай на них внимания. Вампиры любят посмеяться. Совсем как обычные люди. Ого, у этого красавчика что-то застряло между зубов. Хорошо, что у меня есть зубочистка. Осиновый кол! Держи, зубочистка тебе пригодится. О, это вовсе не кол. Спасибо, но я все равно испугался. Класс, начинаем урок. А где остальные? Мы не знаем. Простите, опоздала. Это вам кофе. Фу, гадость. Мистер Дракулус, я опоздала, зато захватила ваш любимый коктейль. О, благодарю. День начинается отлично. Что? Смотри и учись.